Итак, приветствую, коллеги. Сегодня у нас очередной эфир. Сегодня у нас на эфире всем известный, давно известный сервис TopVisor. Вот, от сервиса к нам любезно согласилась прийти на эфир Юлия Федотова, с которой мы достаточно давно уже вели переписку. Да. Приветствую. Вот. И сегодня мы сможем с вами, во-первых, послушать про сервис, про его функционал на текущий момент. Вот. Сможем задать вопросы Юле. Вот. И, конечно, в конце получить промокоды. Вот. У нас сегодня... Досмотрите до конца, не переключайте и получите промокоды, которые Юлия любезно предоставит. Вот. И у нас сегодня тема, вот сейчас на экран вывели анонс. Вот, возможно, вы уже его видели в наших пабликах, в пабликах TopVisor. Это анонс текущей темы. Вот, я честно скажу, что TopVisor знаю давно, и, ну, наверное, это сервис, который, ну, рос вместе с компанией, наверное, со многими SEO-шниками из моего общения. То есть я на конференциях часто задаю вопрос, спрашиваю, а чем пользуетесь? TopVisor знают все. Вот вообще без исключения. Более того, платные варианты у людей. Вот, поэтому я вот с удивлением это обнаруживал, потому что, например, KSO — это там, ну, сервис семантики, да, то есть не у всех есть платный сервис KSO, вот, а TopVisor, ну, это, ну, как бы все, вот я не шучу, действительно, все, с кем я общаюсь, все SEO-шники говорили, что да, пользуемся, ну, а как без него? Вот, то есть я не знаю, с чем связан такой вариант, как бы у всех именно платные SEO-позиции. Вот, причем там ребята... Ну, то есть даже из крупных компаний, вот, ну, не буду называть компании, потому что, ну, не все, скажем так, хотят это анонсировать. Вот, ну, действительно, сервис популярный, он уже, ну, скажем так, на такой стабильной основе работает. И я скажу, что позиции semantist.ru тоже снимаю, там несколько десятков позиций на постоянной основе тоже снимаю в сервисе TopVisor. Вот. Иногда забываю на несколько месяцев про то, что там съем позиции идет, потом обнаружу, что а там, оказывается, все статистика есть, все собралось, все красиво с графиками. Вот. Ну, в общем, сегодня у нас тема посвящена аудиту. Вот. Мы вот прошлую неделю общались с ребятами из KSO, то есть тоже у нас был эфир. Вот. И KSO вот сейчас думает в сторону того, чтобы там развивать там аналитику, там ссылочного сейчас они начали анализировать. Вот. Ну, то есть через какое-то время только, я так понимаю, идут в сторону функционала TopVisor. Вот. Возможно, в связи с этим сразу вопрос. Юлия, вот у TopVisor есть такие, как бы, планы, что тоже, как бы, там, семантические какие-то функционалы поддерживают? То есть там, тот же там, мониторинг, кластеризация. Есть ли аналогичные планы вот с глобализации такой сервис, ну, как сделать его более расширенным? Да, всем привет. По поводу вопроса, на самом деле, во-первых, почему все пользуются TopVisor? Потому что, конечно, это самый лучший сервис для SEO-аналитики. И, собственно, он уже собрал себе все, почти все инструменты, вот ссылочного, да, у нас нет. Но в целом, вы можете пользоваться только TopVisor и никакими другими больше сервисами, просто потому что это удобнее, потому что вам не нужно использовать десятки разных сервисов, открывать десятки вкладок, все можно сделать в TopVisor. Например, для расширения семантики у нас есть 4 инструмента, там подбор слов, подсказок, то, что можно делать в WordStats, можно делать и у нас, но массово удобнее хранить все это, как вы сами заметили, безлимитно, бесплатно.
без ограничений, там, если у вас закончился тариф, все равно все ваши там собранные ядра, все ваши запросы, они будут доступны и онлайн с любого устройства. И, собственно, вот анализ сайта даже у нас можно делать технически, и другие инструменты для технического SEO тоже есть. То есть, да, все нас хорошо и давно знают, скажем так, да, но в основном вот за проверку позиций, и это все еще самый наш популярный инструмент. Но в последнее время мы взяли такой курс, да, на то, чтобы стать такой по-настоящему платформой именно с точки зрения, да, популярности, с точки зрения информированности нашей аудитории о наших возможностях. Потому что они у нас все были, но мало кто об этом знал, ну и мало кто об этом пользовался. Поэтому мы не то чтобы много добавляем в последнее время, и там, мы делаем редизайн, но там каких-то кардинальных изменений, да, в последнее время у нас не то чтобы много. Но просто люди стали об этом знать, они стали это замечать, да, и вот, собственно, инструменты вот для семантики, о которых я рассказывала, они тоже у нас все там есть давно, и, в принципе, для подбора запросов конкурентов тоже есть инструмент, который называется анализ конкурентов, поэтому этот функционал мы, в принципе, тоже закрываем. И те, кто уже об нем знают, те, кто уже нами пользуются, к сожалению, знают, что у нас есть проблемы с отчетами по Яндексу, они давно не обновляются, но мы над этим усиленно работаем, и, в принципе, почти финальное решение уже принято о том, что отчеты в Яндексе, в Тупвизор тоже возвращаются. У нас еще есть Google, и там ежемесячно все было стабильно, вот, в отличие от Яндекса, но, как говорится, не хочется обещать, чтобы мне потом не дали по голове за это, но на самом деле там 99,9%, что все окей, и я надеюсь, что в марте, тьфу-тьфу-тьфу, по столу постучу, все будет супер, и мы вас порадуем. Подписывайтесь там на наши новости в Телеграме, мы обязательно об этом напишем. Да, кстати, коллеги, вот по поводу комментариев и по поводу вопросов, по поводу каналов, то есть подписывайтесь, да, на канал, ссылка будет в описании. Вот, также я прошу задавать вопросы во время эфира, отдельно будет блок с вопросами в конце, то есть обычно там за 15-10 минут до конца эфира мы выносим вопросы и отвечаем вот на те вопросы, которые в эфире были заданы. Вот, поэтому пишите эти вопросы в комментариях на YouTube, вот, либо в поле с комментариями, если вы смотрите на сайте, либо в каком-либо другом источнике, то есть там должны быть комментарии. Вот, с мобилки не всегда удобно задавать вопросы, но функционал такой тоже есть на YouTube, если вы смотрите с мобильного устройства, там тоже можно перейти в чат и задать вопрос. Да, вопросы уже некоторые появляются, вот, но, коллеги, в общем, вопросы задавайте. Вот если вопрос будет по контексту, я буду стараться во время эфира вывести вопрос на экран и задать его, уточняющий, вот в контексте. Вот. Но основные вопросы, которые, ну, побольше такие, мы их выносим в конец эфира, вот, и на все вопросы ответим отдельно. Хорошо, Юля, тогда я передаю тебе слово, вывожу на экран презентацию. Так, проверка. Так, экран видно, да. Ну, можно сделать несколько тестовых переключений слайда, и если все окей, то тогда можно приступать. Да. Все, класс, все работает. Передаю тебе слово и сам помолкаю. Да, спасибо. Спасибо, что звал и не терял надежды все это время, добивался, так сказать, визита моего к тебе. Вот. Расскажу я сегодня как раз об одном из наших, скажем так, да, не самых популярных известных инструментов, и надеюсь, что я смотивирую вас его попробовать. И расскажу, как делать аудит, как искать холодных клиентов, делать их более теплыми, и как, собственно, для этого использовать Тупвизор. Пара слов обо мне. Я работаю в Тупвизоре больше 7 лет и начинала инженером поддержки, поэтому если вы видели в тикете Юлию номер 8, это как раз я, и, скорее всего, мы с вами общались. К сожалению, не могу похвастаться работе именно в SEO, в каком-то агентстве над сайтами в коммерческом смысле. Продвигала я только там лендинги Тупвизора, но я всю жизнь
провела бок о бок с SEO-шниками, целыми днями общалась с SEO-шниками, сейчас продолжаю в качестве директора общаться с ними, даже, наверное, более профессионально и глубоко, простите за это слово, и надеюсь, что это помогает мне делать для них качественный и действительно полезный продукт. Да, TopWizard – один из самых популярных сервисов для SEO-аналитики. Тоже мы проводили опрос на конференциях, вот осенью ездили на Optimization, и тоже оказалось, что больше 70% опрошенных нами посетителей конфы пользуются TopWizard. И даже в 2022 году SEO News делал рейтинг сервисов SEO-аналитики, и мы там заняли 3-е место, чуть-чуть не дотянули до 2-го. Больше рейтингов не было не потому, что мы ничего не заняли, а потому, что они не проводили. Поэтому, думаю, в 2023 году результаты были бы тоже отличны. Вот. Но такое вот достижение у нас есть. Очень многие клиенты и фрилансеры, и большие агентства выбирают нас. Remarka, Trinet, Kite, думаю, они вам знакомы. Известные тоже люди в SEO-среде. Продуктовые команды, подружка, этажи, многие другие. Хвастаться не буду, только чуть-чуть. Поэтому тоже выбирайте TopWizard, вступайте в наши комьюнити доброжелательные. Будем всем рады. Кто был на первых двух местах? Да, я тоже, если что, читаю вопросы. Сейчас скажу. На первом SEO Work, у них это на ландосе написано, они сразу себе бейджик повесили, а на втором Pixel Tools, по-моему. Да. Вот. Но если что, он в открытом доступе на SEO News в списке рейтингов. Можете почитать, убедиться в том, что мы на третьем. И я предлагаю бесплатный аудит сайта. Да, это не промокод, бесплатный аудит. Еще в конце презентации будет этот же слайд, поэтому можете сейчас не торопиться, когда я его переключу, все успеют получить. Что нужно сделать? В течение 3 дней, начиная с сегодняшнего дня, да, и до пятницы, до 1 марта включительно, пишите «хочу аудит в проекте» и ID проекта, там будет 8-7 цифр в поддержку. Как можно связаться с поддержкой? Открыть конвертик тикета в шапке сайта, есть на любой странице, написать в ВК сообщение нашей группы на почту support@topwizard.com или через бота в Телеграме «topwizardbot», там тоже наша поддержка. Создаете проект, указываете URL при создании проекта, и по нему мы вам сделаем аудит. И что вы в результате этого аудита получите, я тоже расскажу дальше в своей презентации. Аудит останется у вас навсегда, мы не удаляем эти отчеты, поэтому тоже сможете его потом в спокойном режиме посмотреть, изучить и решить, готовы ли вы, да, дальше их использовать на коммерческой основе. Про активный поиск клиентов. Для кого это будет актуально? Но, конечно, скажем так, да, это не все кейсы, когда это можно использовать. Вариантов очень много, но, во-первых, конечно, для фрилансеров, которые всегда находятся в поисках новых клиентов, в поисках там, заказчиков сайтов, с которыми они хотят работать. Также для сейлзов, которые работают в агентствах, как для поиска новых лидов, так и, например, для подготовки пресейла для текущего лида, который у вас есть. Для тех, кто просто любит делать быстрые комплексные аудиты и не любит долго мучиться с какими-то настройками, устанавливать все программы или не имеет такой возможности, потому что, например, большинство десктопного софта сделано под Windows, у вас может быть Mac, и накатывать туда винду тоже не очень удобно. Мучиться вы с этим не хотите, в TopWizard все это онлайн легко, можно сделать. Как сделать, тоже я покажу. Также для тех, кто любит делиться с коллегами отчетами онлайн, кто просто привык больше работать онлайн, привык к онлайн-доскам, и ему неудобно перекидывать файлы, мучиться со всеми этими архивами, выгрузками, он просто хочет поделиться отчетом по ссылке, со своими коллегами, со своей командой. Суть метода по шагам, 5 простых шагов, да, и вас ждет профит. Для начала нужно найти сайт, у которого есть проблемы. Про то, как их находить, на самом деле можно сделать отдельный вебинар. Я сейчас подсвечу такие самые базовые, наверное, способы. Вебинар такой был, кстати, недавно у Александра Чухлебова на канале Михаила Шакина.
он прям рассказывал про очень много разных способов находить себе клиентов. Но первый – это то, что мы каждый день заходим на огромное количество сайтов. Мы читаем статьи, делаем заказы, и можно относиться к ним не как к потребителю, то есть не делать только то, зачем мы на сайт пришли, там, сделать заказ, узнать какую-то информацию, а смотреть на них как профессионалы, то есть искать какие-то недочеты с точки зрения UX, проектирования каталога, какие-то битые картинки, ссылки, в принципе, да, их наличие, сколько их. Вы, конечно, таким образом не сделаете прям какой-то подробный аудит, там не посмотрите, да, метатеги. Хотя, если у вас какое-нибудь расширение есть, то это тоже можно. Но вот такие вот просто, как потребитель с первого взгляда, можете какие-то проблемы найти. И способ, который выбрала я второй, это посмотреть выдачу и взять сайты из топ-20, топ-30. И я покажу вам дальше результаты своих аудитов, так я их и находила. То есть я просто брала из головы какой-то маркерный запрос, типа аренда спецтехники, металлопрокат, уборка офиса, ну вот такие вот прям промышленные коммерческие тематики, и шла на вторую, третью страницу выдачи. То есть это реальные аудиты сайтов, которые я сделала. Я сделала 5, чтобы у меня точно был материал, который я могла показать, но на самом деле проблемы я нашла на 4 из 5 этих сайтов. И один был одностраничник, и там особо было показывать нечего. И просто представьте себе, да, что было бы, если бы я там пошла на 5-ю страницу, вот прям в топ-100, что бы там за сайты были. Там, может, конечно, особо нет, может, денег на продвижение, но это уже, да, зависит от владельца сайта, возможно, наоборот. Он бьется и не знает, как выйти в топ, а вы как раз можете ему помочь и ранжировать его выше. Ему там даже попадание в топ-50 уже будет офигенным достижением. Может, там вообще сидит один владелец сайта, ему нужна помощь специалиста, да, и он не знает, куда обращаться. Вот. Вы нашли какие-то сайты, взяли их на заметку, да, и второе, что нужно сделать, это найти их контакты, чтобы не получилось так, что вы какую-то работу провели, анализ провели, там, аудит в Тупизоре купили, а контактов владельцев на сайте вообще нет, и особо как их найти тоже непонятно. Но если у вас есть контакты, то есть это можно посмотреть там ссылку, да, на связь с владельцем домена в Хуизе, можно просто страницу контакта хотя бы на сайте найти. Возможно, там сайт настолько плох, да, что ее и не окажется. Но владельцу сайта на этом этапе писать я не советую, потому что такие холодные письма, да, с предложением «Привет, хотите, я сделаю вам аудит?» Я крутой SEO-шник, они работают все хуже и хуже. И без какой-то теплой информации, хотя бы какой-то об их сайте, которая продемонстрирует владельцу заинтересованность в вот, работе с ним, они чуть ли уже не летят в спам. Рекомендую на эту тему тоже почитать на VC интервью рейтинга Рунета про то, как выбирают подрядчиков компании. У них есть целый красивый сайт, и там больше 50 интервью они уже взяли, и там прям красной нитью проходит эта мысль, что холодные предложения, которые похожи на рассылку по холодной базе там, рандомных адресов, они, в принципе, никому не интересны, крупные заказчики их вообще не открывают, и у них просто времени на то, чтобы открывать такие письма, нет. Поэтому если вы придете ни с чем, это, скорее всего, ни с чем не закончится. Поэтому нашли контакт, да, но владельцу не пишем, отложили его куда-нибудь себе в файлик, и дальше уже делаем аудит. Что значит «делаем аудит» и что я имею под этим словом, да, вообще в виду? Мне кажется, что есть широкое понятие аудита и узкое. И широкое – это вся информация о сайте, которую вы собрали. То есть это и технические ошибки, и анализ семантики, и там, какой-то прогноз по позициям, какие-то советы по UX. В общем, это большой комплексный аудит, который вы, собственно, скажем так, отправляете потом в КП и пытаетесь продать, да? И есть такой маленький аудит, как часть вот этого большого. Это, собственно, технический анализ сайта, который есть в Тупизоре, и у нас так и называется инструмент «технический анализ сайта».
Это то, что связано там с метатегами, ошибками загрузки, кодами ответа, каноникалами и всем таким прочим. Поэтому я тут употребляю, скажем так, это слово в разных контекстах и в том смысле. Вот, но если что, тоже спрашивайте. И я буду рассказывать и показывать, собственно, анализ сайта, то есть то, что можно сделать в Screaming Frog, что вы, возможно, делаете в Screaming Frog. Но расскажу и что еще можно помимо этого включить в аудит большой, то есть конечный продукт, и тоже как топ-визор для этого можно использовать. И то, что вы можете получить, то есть, да, написать нам в поддержку, сделать аудит, это как раз анализ сайта, технический анализ, поиск ошибок на нем. Вот оформляем в такую же красивую презентацию, как у меня, с каким-нибудь шаблоном. Но, конечно, всю информацию туда включать не нужно, то есть мы так подсвечиваем проблемы, да, выгрузку по всем ошибкам мы заказчику не отправляем, потому что вашу инфу могут взять и передать другому подрядчику. Да? И плюс вы можете не наниматься, исправлять эти ошибки, да, то есть можно еще продать самоаудит, чтобы владелец связался с кем-то и да, нанял его именно исправлять. То есть продавать аудиты тоже можно, поэтому... Мы даем понять, что у нас информации очень много, проанализировали сайт мы очень хорошо. Вот вам 5% из этого. Ссылка на оплату, чтобы получить полную версию. И, собственно, профит, ну, в удачном случае, да, если все складывается хорошо, вы получаете себе клиента или там продаете аудит, получаете все равно какой-то контакт владельца, который вам пригодится. Но в плохом вы качаете свою насмотренность. Кстати, можно еще с этим аудитом постучаться к конкурентам этого сайта. Я посмотрела разные тематики, просто было интересно поделать разные аудиты, да, на разных сайтах, но в целом можно пройтись по какой-то одной тематике. Если вы с ней работаете, вы, во-первых, посмотрите конкурентов из выдачи и можете тоже использовать информацию о конкурентах, чтобы продавать аудит какому-то одному игроку, рассказывать о состоянии сайтов, да, и где вы можете вот, конкурентов обойти. И это тоже будет круто, особенно если у вас есть какая-то специализация. Как сделать аудит, анализ сайта в TopVisor? За один клик, ну, почти за один. Если у вас создан проект, то этот путь сокращается, но я тут покажу прям... полный анализ с нуля, ну, создание проекта. Сначала мы переходим на страницу с проектами. Если вы в главной, там прям есть огромная оранжевая кнопка «Мои проекты». Если вы на какой-то другой странице, то в шапке есть чемоданчик справа от нашего лога. Нажимаете на него и попадаете в список проектов, которые показаны на скриншоте, и на кнопку «Создать проект». Указываем домен. И настройку, опцию «Настроить аудит». Там можно настроить все наши основные инструменты и по шагам эта настройка закончится запуском инструмента, который вам нужен. В данном случае это анализ сайта. Выбираем способ страниц сбора. О, кто-то уже запустил аудит, здорово. Способ сбора страниц – это... то загружаете вы страницы вручную, то есть даете топ-визору список, или делаете так, чтобы он нашел страницы сам. Но тут мы делаем аудит какого-то неизвестного сайта с целью найти на нем ошибки, и тут мы выбираем именно автоматический сбор, карту сайта не используем, чтобы дополнительно найти какие-то проблемы с этим. Карта сайта может быть не актуальна, и как раз у меня такой кейс был, когда карта сайта не актуальна. Поэтому собираем реальные ссылки, поэтому опцию используем «Собирать автоматически». И указываем размер сайта. Но на самом деле это просто максимальное количество страниц, которое проанализирует робот. То есть на сайте может быть там 1000 страниц. Конечно, нам для такого анализа все не нужны. Там можно выбрать максимум 100 страниц или 10 тысяч страниц. Когда он дойдет до указанного количества страниц, он остановится. На следующем шаге вы увидите настройки. Я еще чуть попозже о них расскажу, но в целом
просто этот экран мы пропускаем, трогать его не нужно. У меня на моих 5 аудитах никаких настроек менять не пришлось, все спарсилось нормально, какие-то адские защиты сайта не поставили. В принципе, мне кажется, чем глубже в топе, скажем так, да, у владельцев нет ресурсов на оптимизацию, на настройку какой-то жесткой анти-DDoS-системы, у него точно денег нет, скорее всего, он заниматься таким не будет. Поэтому нажимаем просто «Далее». Тут у нас экран с расписанием, тоже у нас однократный аудит, поэтому ничего тут не делаем. И нажимаем «Далее». И нажимаем «Начать анализ». Вы восхитительны, вы запустили аудит сайта в Топизере. Можете пойти пить кофе, можете запустить 10 таких, 100 таких, то есть все будет в фоновом режиме вам собираться. Ну а там, где вы запустили, вы попадете в лог проверки, лог живой, и в реальном времени показывает, какую страницу или какой ресурс сейчас находится на анализе, и базовую информацию о нем, код ответа. То есть в целом сразу вы можете увидеть, там, насколько сайт проблемный. И следующий мой кейс как раз это, что покажет отчеты на конкретных примерах, и это скриншот вот из такого живого лога. Что там получилось на сайте? Владельцы сменили структуру каталога. То есть, если да, на скриншоте там должно быть видно, была папка «Каталог», и в ней еще папка с видом этого товара и потом ссылка на сам товар. Они все положили в одну папку, с, ну, как папка «Продакт» у них там это каталог, а ссылки они не поменяли. То есть, да, там настроены редиректы, но все ссылки в меню сайта, я их потом тоже зашла и прощелкала, они реально старые. Возможно, конечно, просто у них сейчас в процессе смена этих урлов, а возможно и нет, возможно, просто забили или забыли все это поменять. И сразу это было видно вот в нашем аудите. Также дополнительно так можно проверить нагрузку на сайт. То есть там можно один запрос в секунду поставить и нагрузку настраивать. И из 5 аудитов, которые я сделала, ни один сайт от моего аудита не упал. Ну, я надеюсь, вроде бы нет. Но такое вообще в моей практике бывало. Мне кажется, если сайт не выдерживает, ну, такой довольно слабый парсер, то тоже это стоит владельцу пропичить. Столько ходит всяких парсеров там и других сервисов, Ahrefs и прочих, что явно, если бот от Топизера не выдержал, с этим надо что-то делать. Поэтому такое встречалось. Да, ну, я дам комментарий, который могу. Плюс покажу вот буквально на следующем слайде сводку, и в сводке есть комментарий подробный к каждому, каждой проверке, которую проводит Топизер. Например, вот на этом слайде, на одном из сайтов Топизер нашел дикие проблемы, да, с метатегами, с контентом. На сайте было 2100 где-то урлов, и почти на всех из них дубли, тайтлы и дескрипшн, и еще на половине, да, они очень длинные. Но это прям такие базовые комментарии, которые можно владельцу сайта дать. Если нажать на название сигнала два раза левой кнопкой мыши, вы увидите, во-первых, комментарий о том, что это такое, как это мы считаем, и ссылку на материал в Топизер журнале или ссылку на официальную документацию Яндекса и Google о том, что это, как это исправить, что такое canonical, как работать с мультиязычными сайтами, где мы могли, в общем, мы дали максимум информации о том, что это такое. Ну и если что, пишите все равно в поддержку. Хоть мы и не консультируем по SEO, но чем можем, помогаем. Я когда в поддержке столько лет проработала, я прохожу тесты по SEO, и мне везде говорят, что я крутой SEOшник. Мне кажется, я могла бы джуном куда-нибудь устроиться. Ну, джуном бы меня точно взяли. 100%. Иногда, ну, люди пишут тоже такие вопросы начального уровня, я очень умно на них отвечаю. Оценки ставят мне хорошие, так что вот такие вот рекомендации. Пишите мне в Телеграм. Если хотите меня взять SEO джуном, я подумаю.
Ссылка в описании. Да, ссылочка будет в конце слайда. Потом, вот этот сайт, он хорошо проходил анализ. Я думала, что даже не буду его показывать, нечего там было бы находить, но нет, оказалось, что у него проблемы с картинками. И там 164 картинки, и на всех 164 картинках, да, нет альт-текста, плюс очень большие там картинки, то есть на всех он не заполнен, тоже довольно базовая, казалось бы, рекомендация, но вот на этом сайте сочли нужным это пропустить. Если у вас экран сводки выглядит не так, нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу и перейдите в настройки аккаунта. Там есть ползунки, новый дизайн проверки позиций и новый дизайн аудита, анализа сайта. Вот включите этот ползунок, потому что, да, видимо, у вас еще остался старый дизайн. Мы сделали редизайн почти всех инструментов, но пока не заставляем прям всех ими пользоваться. Поэтому переключайте и увидите вот то, что я показываю. Там, если касается анализа сайта, очень много вот новой инфы, в том числе и те подсказки, о которых я рассказывала. В старом дизайне их нет, и сигналов, которые проверяет аудит, которые есть сводки, их намного меньше. Здесь их больше 80, плюс по каждому есть подробный совет. Юлия, а вот тут Данила пишет, что у него не так выглядит экран сводки. А я вот как раз сейчас про это рассказала, он уже включен. Все, да, ага, спасибо. Разный дизайн, то есть есть старый, есть новый дизайн, все, разобрались, все, я понял. Да. Да, и вот там свободно можно его переключить. Следующий кейс, который мне попался, это как раз неактуальная карта сайта. На сайте нашлось 2000 страниц, и большинства из них, как вы видите, в карте сайта нет. То есть это ссылки, которые есть на других страницах, тоже я вручную посмотрела. Сайт на вид был отличный, довольно современный по дизайну. Но там часть ссылок есть в карте, части почему-то нет. Там как будто, то есть в урлах страниц есть номера товаров, просто порядковые какие-то, и они доходят до какого-то момента, и потом в карте сайта отсутствуют. Как будто ее обновляли, а тут что-то забили тоже, или там, не знаю, что-то сломалось, добавляли новые товары, и с какого-то там артикула или номера добавлять их перестали. То есть страницы не битые, отдают корректный код ответа, но их нет в карте сайта. Как раз поэтому важно при автосборе при запуске аудита выбирать автосбор, не использовать карту сайта, потому что она может быть неактуальной или устаревшей. Это целая такая, да, точка роста для сайтов. Поэтому важно это проанализировать. Ну и, конечно, базовые рекомендации – это битые страницы, ссылки, изображения. Наш аудит анализирует страницы, информацию по ним, также все ресурсы на страницах, это ссылки, картинки, CSS и JS тоже у нас есть. Все это, если что-то битое на сайтах есть, мы покажем. Я показываю стрелками на цифру, это как раз количество урлов, на которых встречается эта проблема. На нее можно нажать и сам список урлов увидеть, то есть это не просто сводка. Это интерактивная такая подсказка для вас, чтобы сразу переходить к урлам, для которых нужно какое-то исправление. Вот. Все это время я говорила, да, о сводке. Это такой чек-лист, который надо выполнить, да, для своего сайта. То есть вам не нужно смотреть на список урлов и анализировать вручную какую-то по ним информацию. Вы сразу можете найти страницы с проблемами. То есть там биты, которые там... у которых какие-то разные каноникулы, дубли, у которых каноникулы наоборот нет. Все это вы можете увидеть и прям в таком виде почти что, ну вот, отправляете заказчику. Но внутри, конечно, есть и подробные отчеты, сгруппированные по типу сигнала. Например, вот есть Open Graph, и всю информацию тоже для тех, кто хочет проанализировать свой сайт или сделать подробный анализ по каждой страничке. Всю инфу, которую мы собрали, мы выводим. Минутку.
И в этом списке тоже видно, какие на сайте есть проблемы. Тут, например, на страницах есть DAO get title description, но нет image. И это поле пустое и подсвечивается оранжевым. И мы сразу видим, что тут что-то не так. То есть можно по всем этим вкладкам полазить, посмотреть, что не так по индексируемости, по контенту, что не так с микроразметкой на каждой страничке сайта. Еще одна возможность сделать что-то в аудите, да, это посмотреть анкоры ссылок. Мы собираем там исходящие ссылки, обратных, к сожалению, нет. Но по исходящим можно посмотреть анкоры, прикинуть, какой анкор-лист, и дать какие-то рекомендации владельцу сайтов. Ну и, конечно, увидеть битые ссылки, там ссылки с редиректами. Все это тоже будет доступно. Я обещала вернуться к настройкам. Если вдруг вы прошаренный, да, чувак, и хотите настроить что-то под себя, то тут можно, например, выбрать юзер-агент и проанализировать мобильную версию сайта, тоже очень крутая возможность, потому что с ней традиционно намного больше проблем, чем там с ПК-версией, и точно там будут какие-то проблемы с загрузкой, они у нас даже есть, у нас очень красивые новые лендинги, загружаются они ужасно, на мобильном загружаются еще хуже, нас анализировать не надо, мы и так знаем. Также, если там сайт заблокирован, есть возможность сменить сервера. Если из Восточной Европы вдруг, да, аудит у вас не прошел, переключите на западную, тоже попробуйте сделать. Ну и, наконец, можно проанализировать модные Core Web Vitals. Скажите эти крутые слова заказчикам, да, и все, они ваши, которые, скорее всего, не понимают, что это такое. Но очень клево, Google пишет, надо делать, надо оптимизировать. Анализ Core Web Vitals бесплатный и доступен на всех тарифах. Если вы указываете свой API-ключ, API-ключ тоже получаете в аккаунте Google по ссылке бесплатно. То есть вы платите за сам анализ, сам аудит, и если еще указали ключ, то он тоже делается, этот анализ. И в ваших анализах тоже можем его сделать. Что еще можно включить в это большое КП для заказчика? Потому что лучше, конечно, выходить не только с техническими проблемами, но в целом с какими-то рекомендациями по сайту. Во-первых, это упущенные запросы, то есть запросы, по которым показывается конкурент сайта, который вы анализируете. Они подходят вам по тематике, но почему-то сайт по ним не ранжируется. Вот. Ладно, вернемся к аудиту. Вопросик пришел. Да, отчет по аудиту можно выгрузить. Смотрите, тут вот я покажу на скриншоте. В правом верхнем углу есть файлик со стрелочкой, да, и кнопка настроек. Вот нажимаете на файлик со стрелочкой, и там есть и гостевая ссылка, и выгрузки в разных форматах всей информации, которая есть в аудите. Тоже у нас нет никаких лимитов на экспорт, там количество строк и чего-то еще, можете все выгрузить, все, что TopWizard вам собрал. Вот, по поводу запросов. Для того, чтобы найти эти упущенные запросы, у нас есть инструмент как раз анализ конкурентов, который по Яндексу очень скоро и очень точно обновится. Чтобы в него перейти, нажимаете в шапке на слово, да, анализ конкурентов и такого шпиона в очках и крутой шляпе, и строите там отчет по домену, и вы увидите запросы, по которым ранжируется сайт, по которым вы отчет построили, вы увидите его конкурентов и запросы конкурентов, и разные там фильтры по запросам, общие запросы, уникальные запросы конкурентов. Вот как раз уникальные запросы конкурентов – это вот эти упущенные запросы, которые бы владельцу сайта тоже неплохо включить в свое продвижение и расширить ими свое SEM-ядро. Сделать это тоже можно очень просто. Выгружается все такой же кнопкой в таком же месте. Все запросы можно скачать, никаких лимитов на выгрузку нет. В анализе конкурентов также есть трафик. Вот такие графики по нему можно строить. Ну, значение прогнозное и, скорее всего, не будет точно-точно совпадать с трафиком на сайте,
но покажут сравнение с конкурентами и показывают скорее тренды такие, где были просадки, где рост. И тут вот какой-то зеленый сайт уже, да, не вспомню сейчас какой, например, видно, как занимал прям лидирующие места, и вдруг трафик на нем упал. Вот интересно посмотреть по структуре сайта, что там не так, возможно, выйти там на аудит к нему, хотя так как я там делала пример с Тиньковым, там наверняка что-то очень крупное, и просто так на запрос они не ответят. Но смысл вы поняли. Юлия, а вот по семантике, это вот этот анализ семантики, это какие-то конкретные запросы берутся в аудит, или это прям база, которая вот внутри мониторится? В смысле, откуда мы берем эти запросы? Да, да. Да, у нас своя собрана база, там нет нулевиков, то есть мы базу собирали и чистили, сейчас там всего около 70 миллионов у нас запросов, по Москве около 30 миллионов, и по этой базе мы собираем топы, собираем сайты и агрегируем вот в такие вот отчеты, строим разные графики. Ну и основное, собственно, показываем запросы, по которым ранжируются ваш сайт, сайты конкурентов, различные сравнения между этими доменами. В аккаунте, кстати, по этому инструменту есть бесплатные демо-отчеты. Они есть прямо у всех ваших аккаунтов. Можете зайти в шапке в инструмент. И справа там вот есть кнопка «Мои отчеты», их посмотреть. Отчеты полностью актуальны, то есть там нет какого-то скрытого, заблокированного функционала. Они полностью соответствуют ну, там, тем параметрам, которые вы в своем отчете увидите. Поэтому можете тоже зайти, пощелкать, потыкать, повыгружать. И если вас это заинтересует, по своему сайту построить информацию, ну и, конечно, ждать отчеты по Яндексу, которые скоро появятся. А по Гуглу уже есть и все актуальное. Вот. Дальше, что можно включить тоже в КП, это в анализе конкурентов посмотреть структуру сайта конкурента. Она доступна вот на таком вот графике. И дать какие-то рекомендации по тому, что можно на сайт включить. То есть, возможно, у конкурентов намного шире... Ой, меня предупреждали бы об этом? Я почти до конца без багов с презентациями выдержал. Посмотреть структуру сайта. Возможно, у конкурентов шире каталог. Возможно, у них есть блог. И вы можете посмотреть, сколько запросов на эти страницы ведут, да, и действительно ли актуально будет их включение, их добавление на сайт, который вы хотите проанализировать. Посмотреть, да, вот, ну, товарные какие-то основные каталоговые страницы и сделать какие-то выводы. И, собственно, что мы любим все больше всего, запросы из анализа конкурентов вы можете перенести, скопировать в проект Топизер и проверить позиции и дать какие-то рекомендации, в принципе, прикинуть, может ли сайт зайти дальше в топ. То есть можно брать не все запросы в анализе конкурентов, можно по каждому столбцу сделать фильтр, например, какие-то взять маркеры самые основные, самые частотные, и там 50 запросов условно перенести в проект и сделать по ним, да, проверку позиций. Посмотреть, сколько запросов в топе, сколько, в принципе, запросов перспективных, сколько близких к топу. Например, сколько запросов в топ-50 уже, да, и сколько там в топ-20, и у них есть перспектива, в принципе, безболезненно и довольно быстро выйти в топ-10. Так, для непонятливых. Анализ конкурентов – это инструмент находится, который в шапке, там так и написано «Анализ конкурентов». Да-да, человечек с очками. Это шпион, типа. Он же шпионит за конкурентами. Вот, находится там. Бесплатные отчеты тоже находятся там. Смотрите. И вы также можете сразу найти еще конкурентов сайта и посмотреть их популярные страницы. Ниже в левом меню в топ-визоре находятся инструменты снимки, которые собирают топ, позволяют анализировать топ по каждому запросу, и инструмент «Мои конкуренты», который снимки агрегирует
в единый список самых популярных доменов и их самых популярных урлов. Поэтому можете добавить еще целых 5 сайтов в проверку позиций для бесплатной проверки. Можно добавить больше, но это уже будет стоить доп. Денежку. А бесплатно можно еще 5 сайтов добавить, их тоже проверить. И посмотреть еще, что там у конкурентов, тоже их распределение по топу, какие есть точки роста для сайта и какие вообще есть выдачи конкурента. Возможно, там какие-то федеральные сайты, да, или маркетплейсы, и перебить их будет довольно тяжело. А может быть, их там особо нет, и клиенту будет относительно просто выйти в топ. Вот, собственно, все, да, о чем я хотела рассказать. Спасибо всем, кто пришел на вебинар. Спасибо Дмитрию, что меня позвал. И я все-таки пришла. Напоминаю, что получить бесплатный аудит можно, если вы напишите в поддержку «Хочу аудит» в проекте 8-800-555-3535. Сканируйте QR-код, и откроется бот нашей поддержки в Телеграме. Также можете туда писать по всем вопросам по сервису, если что-то, не дай бог, не работает. Просто вопросы по интерфейсу, те, которые вы пишете, да, в чате, тоже можете писать туда. Ну и мой Телеграм, если вдруг хотите связаться со мной напрямую или есть какое-то интересное у вас предложение для меня, то я тоже жду. Пишите. Так, пару вопросов отвечу. Анализ конкурентов КПРФ. Да, сейчас, Юль, смотри, вопрос. Сможешь в чате ссылки, которые вот сейчас на экране, свой Telegram, вот ссылки, которые сейчас показываем, ну, в виде сообщения прислать, чтобы те, кто хочет, могли сразу нажать и добавить. Вот, потому что там есть проблема, если мы сейчас, человек смотрит с мобильного, он видит на экране ну, вот этот QR-код, но ничего сделать с ним не может. Вот, поэтому, если будет сообщение, это очень поможет, упростит коммуникацию вот эти. Да, ну и мы добавим в конце в описание, то есть в описании будут ссылки, те, которые вот вы видели в процессе, вот во всей презентации, то, что упоминали. Вот, и по поводу записи, запись будет, вот та ссылка, которая была в анонсах, эта же ссылка, она, по ней будет запись. Вот, то есть вы ничего не ищете нового, то есть просто переходите по тому же анонсу и смотрите запись, которая будет. Вот, также комментарии, в комментариях к видео можно уже после, когда вы в записи смотрите, можно также задавать вопросы и писать там... То есть либо для Юлии вопросы, вот, либо вопросы к нам. Вот, то есть комментарии доступны, комментарии мы не закрываем. Вот уже в записи можете все это успешно делать. Вот. И сейчас у нас такой вопросов немного, тут несколько вопросов всего. Небольшой такой блок тогда до 2 часов. У нас остается 10 минут. Вот я думаю, мы успеем коротко ответить на вопросы. Да. Так, я тогда буду сейчас выводить на экран. Тут был вопрос от Данила. Часто в топ-визоре так, инструменты для РФ, а будет расширен функционал для Гугла в других странах? В общем, про Google вопрос, другие страны. Так, во-первых, в чат мне отправляются ссылки, возможно, есть какое-то ограничение. Я написала пост, но, ну, в смысле, ссылки продублировала, но у меня тут... Failed to post сообщение. Очень странно. Спикер не разрешает писать сообщение. Причем сообщение, да, вот уже было вроде бы как, да, от тебя. Угу. Ну, что? Может, тогда в Телеграме. Я тогда продублирую его. Да, ну если что, ищите там все под видео, ну или вот ссылки тоже на скриншотах, да, есть, ищите в телеге, мне тут уже кто-то написал, так что проблем вроде особо у народа нет. Вот, по поводу анализа конкурентов в Google, а нет, не про анализ конкурентов, так, смотрите, тут надо понимать, про какой инструмент, ну, наверное, про анализ конкурентов, да, потому что там сейчас только РФ, и планы расширять на Запад, конечно, его есть, но, скажу честно, они довольно... Пока не близкие, вот,
мы хотим сначала наладить регулярное обновление по России, потом уже переходить к Западу. А вообще инструменты у нас есть под бурж, ну, то есть там проверка позиций, подбор слов у нас тоже, все регионы есть в Гугла, в том числе там Запад, все страны. Все, что доступно в API Google, скажем так, у нас в сервисе есть, поэтому если в целом говорить про инструменты, да, TopWeather, они все работают под Google в других странах тоже. Можно делать кластеризацию тоже под любые страны, то есть там топы собирать по Америке, там по США, любые западные регионы, любые языки. Поэтому, да, уточняйте, какой инструмент, но вообще вы должны у нас найти то, что вам нужно, я думаю. Да, вывелся тут вопрос от Данила. Анализ конкурентов пока только по РФ, да. Угу. Так, и еще вопрос был по поводу планов. Да. Так, еще по поводу отличий. Что отличает сервис от других в плане инструментов для аудита сайтов? Угу. Про отличия вопрос, да. Да, для аудита это в первую очередь удобство и, скажем так, аудит у вас в кармане. То есть если у вас есть домашний ПК и рабочий, вам, возможно, надо покупать разные для них лицензии. Как-то переносить файлы у нас со всем этим, хранить это намного удобней. В плане техническом мы постарались добавить весь функционал из десктопных программ в наш аудит, поэтому отличий не должно быть. Плюс мы еще добавили удобные подсказки, которые не оставляют вас один на один с проблемами сайта, да, типа вот там, вот тебе таблица, урлы там и их, там, не знаю, каноникл, да, и прочее, делай с этим, что хочешь. Мы постарались сделать аудиты простыми и даже для начинающих понятными и указать, скажем так, вот прям что нужно исправлять, на каких страницах, если есть какие-то у нас ссылки, информация, да, официальная от поисковиков, тоже постарались туда ее включить, чтобы вам буквально не нужно было вообще переключаться. Вот, как-то так. Угу. Так, и вопрос, наверное, уже тогда финальный. Планируете анализ ссылочного конкурентов, добавить анализ ссылочного конкурентов? Да, тоже, ну, как говорится, белка-летяга тоже хочет добавить анализ ссылочного, но пока только планирует. Поэтому мы тоже планируем. Но это очень большая работа, поэтому я боюсь, в этом году даже сделать это не получится. Я все-таки реалистка, потому что, ну, это, вы понимаете, надо, скажем так, да, сканить интернет и писать свой парсер, собирать всю эту инфу. Поэтому, смотря на это объективно, конечно, мы бы хотели это сделать и эту потребность закрыть, но вряд ли это получится сделать быстро. Но, конечно, нам очень хочется, мне очень хочется, чтобы стать прям единственным инструментом all-in-one, которое нужно SEO-шнику. Угу. Спасибо за ответ. Так, ну, с вопросами все. То есть я больше вопросов не вижу. Ага, да, вот тут благодарности пошли. Да, мы уже заканчиваем, как раз по таймингу уложились. Спасибо, Юля, что пришла, что подготовила доклад, подготовила презентацию. Не все с презентациями приходят, я тебе скажу. Кто-то приходит, даже вот Миша Шакин жаловался, что вот, ну, как бы люди приходят, но не готовятся. Ты подготовилась и очень здорово все рассказала, в тайминг уложились. Это отдельный тебе за это респект. Спасибо. Я сейчас ночью ее делала. Витя, привет. Витя, привет. О, Витя Каргин, да, тоже на эфире. Ну, мы уже заканчиваем. Вить, ну, тогда можно посмотреть запись, если ты только подключился. Да, поэтому, ну, мы приглашаем всех перейти по ссылкам, которые были в анонсах, и смотрите в эфир в записи. Вот на экране сейчас
промокоды, ну, то есть те офферы, которые, да, которыми можно воспользоваться. Насколько я понимаю, бесплатный аудит до 1 марта, то есть у вас уже еще несколько дней даже есть на то, чтобы это все, этим всем воспользоваться. Да, коллеги, спасибо тем, кто был, спасибо тем, кто в среду традиционно уже присоединяется к нашим эфирам. Мы будем расширять нашу аудиторию, будем приглашать интересных гостей. Вот, и до встречи в следующую среду в час дня, вот, на наших традиционных эфирах. И, Юль, тебе финальное такое слово завершающее передаю. Да, всем спасибо, мне все очень понравилось. Зовите еще, но, пожалуйста, не завтра. Вот. Буду рада еще прийти поделиться опытом. Спасибо. Всем хорошей недели. Всем пока. До встречи. Пока.